сегодня снять такое короткое видео про личный товарооборот. Все мы пришли в компанию, и с пустого места заказы браться не будут. То есть мы строим сеть потребителей и пользуемся продукцией сами для себя. То есть если мы не делаем личный товарооборот, и каждый наш пришедший партнер не делает товарооборот личный, то значит групповой товарооборот с чего будет складываться. Поэтому все начинаем с себя. Если вы делаете товарооборот, значит и ваши партнеры будут делать товарооборот. Но давайте представим такую картину, что вы пришли в компанию, зарегистрировались, рекрутируете, обучаетесь, но не делаете ЛТО, ну, потому что вам сложно. Вам сложно сделать 100-150 баллов. Ваш партнер спрашивает вас: Олеся, ты делаешь ЛТО? Расскажи мне, как ты делаешь. Ну вот, что мне лучше заказать? А какие акции в этом каталоге? А вот, ну то есть у партнера возникает масса вопросов. А вы не делаете ЛТО, и вы не знаете, как ему помочь. То есть нужно начать с себя. Хотя бы просто сменить розничный магазин на свой интернет-магазин. Не ходить в магазин за углом, а просто покупать у себя со скидкой, причем с растущей скидкой. Я думаю, каждая девушка меня поймет, что это просто, я не знаю, зайти и сделать какой-то там себе, не знаю, подарок, допустим, да, какую-то помаду, либо тушь заказать, либо парфюм. И остальное делать на велнесе. То есть мы с мужем делаем наш товарооборот личный только на велнесе, потому что у меня так даже иногда бывает, что баллов не хватает. Мы делаем 250 баллов, и у меня не хватает баллов, чтобы заказать еще шампунь. То есть у меня там может перевалить и за 280, и за 270 баллов, потому что мы заказываем Life Plus, это коктейль, это суп, это женский пэк, это мужской пэк, это омега жидкая, это мультивитамины для детей, это астаксантин. Астаксантин у нас уже просто стоит по 2-3 баночки, и это просто без него мы, ну я не знаю, у нас уже просто паника начинается, если у нас нет астаксантина. Если вы не знаете, что такое астаксантин, Google в помощь. Вот, поэтому мне кажется, что если вы пришли сюда с серьезными намерениями и хотите действительно работать, и хотите действительно получать доходы, потому что доходы компании начисляют только, кто делает 150 баллов. Поэтому 150 баллов это, ну, не сказать, что много, но их можно научиться делать, то есть организовывать либо личными покупками, либо сборами. Поэтому все задумайтесь, если вы хотите получать доходы, то начните с себя. Какой вы делаете личный товарооборот? Всем большое спасибо, всем пока-пока.